Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Материнский капитал в действии. Госсовет Чувашии провел последнюю в этом году сессию. Что в имени тебе моем? Столичные власти выбрали название новых улиц в Чебоксарах. Трус не играет в хоккей. Дошкольники провели свой первый матч на льду. Сегодня депутаты Госсовета собрались на завершающую в этом году сессию. Один из ключевых законопроектов предусматривает дополнительные меры поддержки семей. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Программа регионального материнского капитала продлена. Законопроект Минтруда в двух чтениях приняли 39 депутатов. 100 тысяч за третьего ребенка в республике будут выплачивать еще на протяжении 4 лет. Воспользоваться средствами республиканского материнского капитала можно по трем направлениям. Это улучшение жилищных условий, улучшение образования ребенка, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации инвалидов. Начало реализации данной программы с 2012 года она у нас реализуется. Распределились 4494 семьи на общую сумму 384 миллиона рублей. Региональный материнский капитал дополнит уже принятые президентом России меры поддержки семей. В ноябре Владимир Путин объявил о масштабной реформе демографической политики. Власти региона готовы к ее реализации. В Российской Федерации и во всех субъектах Российской Федерации внедрен принцип адресности и нуждаемости. Те малообеспеченные семьи, которые у нас есть, потому что мы признавали трудовые доходы невысокие, они, используя предоставленное право, получают государственную поддержку по тем направлениям, которые предусмотрены в наших документах. Здесь никакой полемики не должно быть. Депутаты Госсовета приняли поправки в законопроект Минздрава Республики. Ведомстве продолжают развивать информационные системы. С начала следующего года на лекарственные препараты начнут выписывать и электронные рецепты. Информатизация здравоохранения сегодня мы занимались и занимаемся. Все рабочие места медицинских работников 100% автоматизированы. И к регионально защищенной сети передачи данных подключены все 428 структурных подразделений. Мы готовы к работе. На предновогодней сессии депутаты приняли 9 законопроектов. Глава республики поблагодарил народных избранников за эффективную работу в уходящем году. В конечном счете от этой работы, от эффективного, конструктивного взаимодействия, когда мы реагируем на сигналы, на обращения, когда мы на публичных встречах говорим правду, люди доверяют нам, об этом есть соответствующие опросы. Стабильная общественно-политическая ситуация вселяет, конечно, уверенность в завтрашнем дне любого человека, любого гражданина Российской Федерации. Народные избранники поздравили и свою коллегу Елену Бадаеву. Депутату Госсовета присвоили высокое звание «Почетный гражданин Чувашской Республики». Награда относится к моему коллективу, коллективу любимому и всем хлебопекам Чуваши. Вы согласны со мной? Спасибо. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Процедура финансового оздоровления концерна «Тракторные заводы» начата. Ситуацию держит под контролем правительство страны и республики. Сегодня Чувашию посетил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Он побывал на предприятиях концерна «Тракторные заводы». Сегодня же трудовым коллективом представили нового руководителя промтрактора Чебоксарского агрегатного завода. Сразу после этого гости встретились с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Процедура финансового оздоровления концерна «Тракторные заводы» уже началась. Задача, которая стоит сейчас перед региональными властями и их партнерами, заключается в том, чтобы концерн получил дополнительные заказы и постепенно начал безубыточную деятельность. Главе Чувашии Сергей Абрамов рассказал о последних решениях государственной корпорации «Ростех». Мы сегодняшний день приняли ряд управленческих решений на ключевые предприятия. Мы создали управляющая компания, задача которой координировать работу. Куплен наш завод, управляющая компания, задача которой будет сейчас сбалансировать в текущей ситуации с учетом выхода на конкурсное производство всей группы, сбалансировать финансирование, потребности
сбалансировать производственные мощности. В самое ближайшее время мы повторно соберем вместе кооперацию. Уже предметно будем говорить о заказе на 2018 год. Мы приблизительно понимаем, что у нас уже в январе, суррогат сейчас включается активно, в работу на следующей неделе мы уже определим приблизительные объемы финансирования оборотного капитала, которые позволят нам выйти на безубыточный уровень на данном предприятии. Достойный завод и такой, конечно, проект получить, это очень большая, на самом деле. Угу. И, в общем-то, серьезное доверие, я думаю, что общими усилиями мы справимся. Потенциал хороший. Сейчас Ростех проводит экспертизу текущего состояния, разрабатывает меры и предложения по оптимизации производства, увеличению объемов. И в первую очередь уделяется внимание своевременной выплате заработной платы и оплате расходов за теплоэнергию. В Москве начинает работу съезд партии «Единая Россия». В его работе принимают участие делегации единороссов Чувашии. Среди них учителя, врачи, работники предприятий, деятели культуры. Перед отъездом они рассказали о своих ожиданиях. Во-первых, на съезде все делегаты должны будут избрать нового секретаря Генерального совета партии. Это очень важный ответственный шаг. Во-вторых, мы ждем перезагрузки, модернизации партийных проектов, которые себя уже хорошо зарекомендовали, но их эффективность надо повышать. Ну и в конце концов, съезд – это большое дружное мероприятие с большими сильными эмоциями, когда ты можешь почувствовать себя частью великой, сильной, единой страны. Мы хотим поучаствовать в этом процессе, принять для себя все самое лучшее и с этими новыми идеями, с новыми установками работать здесь на благо Чувашии, на благо Российской Федерации. Пообщаться и принять по всем партийным проектам решения по следующему году о их перспективах. Новый год в новом доме. Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам и многодетной семье в Батыревском районе. Вот это наша комната. Вот здесь будет стоять моя кровать. Вот здесь будет стоять твоя кровать. Вот здесь будет стоять стол для компьютера. Дима и Ваня Ивановы уже вовсю продумывают планировку своей комнаты. Теперь семья из 7 человек поселится в новой трехкомнатной квартире и переедет из деревни Нижняя Тыкова в село Батырево. Даже не слов. Это уже, как сказать, очень большая радость. До этого, конечно, нам туговато было жить в комнате, потому что и кровати у нас двухъярусные, и там же стоит и компьютерный стол, и сумки, где уроки там делают. Поэтому по сравнению с этим, конечно, это сегодняшние условия, это уже сказка. Елизавета Бакшаева поселится в этом же доме. Ей, как и другим 11 новоселам, в этом году построили квартиру по программе «Жилье детям-сиротам». Уже весной девушка будет тут хозяйничать. Кстати, квартиру в этом же доме получил и ее брат. Очень долго ждали эту квартиру. Жили у бабушки. Но бабушке хорошо. Но отдельно жить еще лучше. В квартире созданы все условия, чтобы жить. Вот, горячая вода, холодная, отопление. Вот, есть ванная, туалет. Только в этом году на обеспечение жильем детей-сирот Батыревского района из республиканского бюджета выделили более 10 миллионов рублей. Наша обязанность муниципалитета, чтобы участвовать в этой программе, предоставить жилье, строить, предоставить жилье. Насчет этого мы активно работаем с подрядными организациями. На следующий год уже мы планируем, где будем уже строить такие квартиры. Первый фундамент уже начинаем уже ложить где-то в первом квартале 2018 года. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Благоустройство микрорайонов, ремонт дорог, снос и строительство жилья. Более 60 вопросов задали чебоксарцы главе администрации города Чебоксары Алексею Ладыкову на итоговой встрече в рамках проекта «Открытый город». На этот раз встреча состоялась в ДК тракторостроителей. Зал едва вместил всех желающих задать вопрос сити-менеджеру. Транспортная реформа – одна из тем, волнующая горожан. Они живут в Лапсарах, Чебоксары, ездят каждый день на работу. Ездят на 10-м автобусе. Вы хотите его отменить. Но как мы тогда будем добираться до работы, до города? У нас в Лапсарах проживает более 6500 человек, а может и больше. И более половины, скорее всего, в Чебоксары ездят по делам, на работу. Мы привлекали Питерский институт, о чем тоже неоднократно говорили. Услышали их предложение. И для себя приняли решение изменить организацию пассажирских перевозок с 1 июля 2018 года. Ни один микрорайон не останется без транспортного обеспечения.
В частности, по Лапсарам вы назвали 46-й маршрут, да, он будет под номером 46, но это могло быть так же, как под номером 15, под номером 1, то есть здесь не надо привязываться именно к номеру, да, будет маршрут, который будет обеспечивать именно вывоз жителей Лапсар в другие, прежде всего в центральную часть города и в другие части города Чебоксары. В этом году большое внимание было уделено ремонту дорог. Всего в 2017 году отремонтировано 27 улиц. Власти муниципалитета, так же как и горожан, волнуют качество работ. Перед подрядными организациями поставили жесткие условия. Ремонт должен был выполняться в срок и надлежащим образом. В случае выхода из строя отремонтированного полотна, подрядчики обязаны провести повторный ремонт за свой счет. Контроль за выполнением работ осуществлялся регулярно не только специалистами администрации, но и депутатами и представителями общественности. Не обошли стороной и вопрос про разливайки и бары, которые располагаются вблизи жилых домов. Закройте, это, пожалуйста, этот вилкобар. Нам уже вот надоело. Дети выходить боятся на улицу. Этот вилкобар находится на заметке. Мы регулярно проверяем в ночное время. Но по закрытию вилкобара я вам конкретизировать ничего не могу. Но криминогенная обстановка, там мы контролируем. Кроме вопросов и предложений, от горожан прозвучали и слова благодарности. Чебоксарцы отметили, что город растет и развивается быстрыми темпами. И особенно радует, что продолжается строительство детских садов и школ. Напомним, в 2017 году новые садики появились в микрорайонах Альгешево, Радужный, Садовый, Новый город. Новая школа появилась и на улице Гладкова. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Новому городу новые улицы. В столичной администрации решали, какие адреса появятся в строящемся микрорайоне. Магистральная 1, магистральная 2 и магистральная 3. Такие рабочие названия улиц в новом городе. Варианты новых наименований у всех участников заседания разные. Вот, к примеру, депутат ЧГСД Дмитрий Никаноров предложил назвать улицы в честь городов-побратимов Чебоксар. Некие архитектурные сооружения, которые там будут стоять, предлагаем, чтобы они их проинвестировали и сделали их тематики, в тематике этих городов или в символике этих городов, или, может, там стран, гербов, там, не знаю, это на их усмотрение уже будет. При этом с названием одной из главных улиц микрорайона народный избранник определился. Это должно быть наше название, какое-то чувашское. То есть, или наше какое-то городское, там, улица Чебоксарская, я не знаю, или улица Чувашская. Другой вариант – назвать эти улицы именами выдающихся жителей республики. В резерве на сегодняшний день 10 человек, 10 имен. Посмотрите, может быть, кто-то из них олицетворяет, как раз подходит имя человека. Или еще такие. Улицы Новочебоксарская, Волжская, Республиканская или даже Шупашкар. Названий много, но члены комиссии сходятся в одном. Они должны быть символичными. Час бурных обсуждений привел к выбору между двумя названиями. Проспект Чебоксарский и проспект Шупашкар. Кто за то, чтобы этому проспекту присвоить наименование Чебоксарский? Голосуем. Так, кто против? Решили. Магистральные улицы в новом городе, магистральные улицы номер 2, присвоить наименование проспект Чебоксарский. Название двум другим улицам планируют присвоить в январе будущего года. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. В республике стартовал проект «Доноры крови Чувашии». За развитие донорства возьмутся медики, волонтеры, активные студенты города. Доноры крови условно делятся на начинающих и кадровых. Последних в Чувашии чуть более 2000. Это в основном люди среднего возраста, которых в пункте переливания знают в лицо. Но в масштабах республики 2000 – это не так много. Кровь нужна очень часто, всегда. Помощь просится тоже очень часто. Наша станция работает круглосуточно, без выходных. Каждый день большой объем выдается и крови, и плазмы, и компонентов. Эта кровь станет неоценимой помощью онкобольным, людям, попавшим в серьезные аварии и другим страдающим тяжелыми заболеваниями или лежащим на операционном столе. Я сдаю кровь третий раз. Считаю это важным. Получается, людям нужна кровь, а некоторые без нее просто не могут. У них всякие болезни бывают. Таких, как Дмитрий, сейчас мало. Кто-то объясняет это плохой агитацией донорства, другие – безответственностью молодежи. Но факт остается фактом. Нужна молодая кровь в прямом и переносном смысле. Мало быть просто донором. Важно быть кадровым, то есть постоянным донором, который
может спасти в год от 3 жизней. Пришедшему первый раз в пункт переливания сориентироваться в пространстве и справиться с бумажными делами помогают волонтеры. Виктория Вострова курирует проект «Доноры Чувашии». Сейчас идешь, получается, в регистрацию, записываешь карбланк, потом идешь сдавать кровь на анализ. Проект «Доноры Чувашии» работает в республике уже 4 года. Его автор – Екатерина Васильева, сама будущий медик. Вначале она агитировала на донорство своих однокашников. Но пришло время, и вузовское движение выросло в республиканское. Проект уже получил грант президента России. Все растут, и нам хочется тоже, чтобы объять большее количество людей, с большими людьми поработать, так как знаем, что много активной молодежи у нас во всем городе. Не все они учатся в ЧГУ, и они тоже могут участвовать в наших акциях. Дел запланировано предостаточно. Проводить экскурсии на станцию переливания крови, флешмобы, мини-игры с ситуациями, в которые может попасть донор. Волонтеры также будут создавать обучающие видеоролики. Я представляю всероссийское движение волонтеров-медиков нашей республики. А донорство является основным направлением нашей работы. И благодаря этому проекту это позволит нашему региональному отделению развиваться и популяризирует донорство в нашей республике. За круглым столом собрали представителей медицинского сообщества, активных студентов вузов и СУЗов столицы. Пора объединяться и приступать к активным действиям. Для волонтеров горит зеленый свет. 2018 год официально объявлен годом добровольца. Ирина Волкова, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев. Республика. 26 декабря исполняется 100 лет со дня рождения поэта-песенника, заслуженного работника культуры Чувашской АССР, РСФСР, почетного гражданина Чебоксар Василия Ивановича Давыдова Анатри. К этой памятной дате Госархив современной истории Чувашии подготовил виртуальную выставку «Тебе пою, мой край родной». Большая часть экспонатов виртуальной выставки – документы из богатого личного фонда Василия Давыдова Натри. Будущий народный поэт родился в крестьянской семье. Едва закончив школу, начал трудовую деятельность. Он работал учителем, журналистом газеты, начальником отдела радиоинформации, редактором чувашского издательства. С 1959 года Василий Иванович – писатель-профессионал. Читателям известна его поэма «Парень из Шоршил», книги «Маленькие друзья», сказки «Сатиновая рубашка». Знают его и как поэта-песенник, создавшего в содружестве с чувашскими композиторами песни «Песни мира и дружбы», «Родная сторона», «Любимый» и другие. Василия Ивановича Давыдова Натри я знаю с детства. Он мой земляк, любимый поэт. Он мне дал рекомендацию при поступлении в Союз писателей СССР, ныне Россия. Помню его добрым, очень участливым человеком. Он всегда старался помочь молодым поэтам. В виртуальной выставке представлены документы, раскрывающие биографию Василия Ивановича Давыдова Натри, начиная от его красноармейской книжки и первых публикаций до издания известных произведений. В фонде хранится и огромное количество фотографий, иллюстрирующих общественную, личную и творческую жизнь поэта. Горячая игра на холодном льду. Завтра отмечается День российского хоккея. Годом его рождения считается 1946. Именно тогда, 22 декабря, стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. У этой игры миллионы поклонников всех возрастов, не исключение и чебоксарские дошколята. В канун праздника они провели хоккейный матч. Самостоятельно надеть коньки для них уже не проблема. В раздевалке идут последние приготовления. Здесь, как и в любой игре, главное – настрой. Ни шагу назад, ни шагу вместе, а только вперед и только вместе. Малыши уверенно выходят на лед. Впереди важный матч. На арене все по-взрослому. У команд есть группа поддержки. Великолепная пятерка и вратарь. И пусть последний ростом с ворота и скорость игры небольшая, накала это не убавляет. Вбрасывание, пасы и острая борьба на пятачке. Крепыши и соколята. Сегодня удача улыбнулась первым. Но итоговый счет не самое главное. Такое мероприятие полезно для чего? Для здорового образа жизни, то есть как бы приучать детей к физкультуре, к спорту, к хоккею. То есть почему бы нет? Чтобы дети занимались, знали, что такое, стремились к здоровому образу жизни. Среди игроков команд всего лишь двое хоккеем занимаются профессионально. Один из них – Вася Маленков. В прошлом году шел я в первый раз на лед, вышел. Меня поставила на коньке мама. Когда у меня когда я вырос, я уже сам самостоятельно играл. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хоккеистом.
5 лет. Именно этот возраст считается оптимальным для начала занятий, отмечают тренеры. Малыши учат стоять на коньках и держать клюшку. Возможность привить ребенку любовь к хоккею у чебоксарцев есть. Группы для дошколят ждут будущих спортсменов. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.